Меломан. Это топ-50 песен 2024 года по просмотрам, серьезно? Я твой, черное море, ты я, моя. Хотя мы кис-кис-кис, иди на ручки. Люблю пушистых и чичискарин. Я вам каду, тут весна, а я пуста, как и мой бас. Что это такое? Вдох, выдох, и мы опять играем любимых пропада. У них хера, тут реально новые какие-то треки. А я влюбился в нее, мама, кажется. И подождет, сладкая, как лед. А голову снесет. Я топ 50. Топ-1 вообще. Когда мужчина влюблён, воздух ему. Мы летим над облаками, звёзды ярко светят над нами. Блять, что это? Это та, которая про Человека-паука пела? Знаешь, я тебя... Может, ты схватишь меня за руку, и тут мы понесемся посреди дороги. Я научу тебя тому, чего люди в шоке. Что-то бит как-то к тексту вообще не подходит. Ну ладно. Опять она? А может быть и да, а может быть и нет. А может быть и да, а может быть и нет. Что это за хуйня? Вообще бадабумчик, это кто? А может быть и да, а может... Что это такое? Я хочу, чтобы ты кончил. Блядь. Давайте, русы, время бить ящеров, кто не в курсах, борьба за настоящее. 10 миллионов просмотров, блин, они мне донатили. Оценить их творчество еще до того, как это вообще хайпануло. Черпело, синий, красный флаг, музыка животворя. Время пролетало в кайф, и музыка играет. А ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов не... Я пахну говном, я обосрался. Забыл на все разы колыны. Бля, сука, персонаж из Fortnite в реальную жизнь попал. Ну заплачь. Спасибо, Господь, что я такой. Блять, одинаковые треки. Моя сестра. У нее папа есть трек, папа, а теперь сестра. Дальше что? Брат, мама, бабушка, блять, дедушка. Треки одинаковые. Остановиста. Нахуя? Либига? Ебать, что? Дорофеева и Либига, 13 миллионов просмотров, шо, бля? Либига шо, стал этим? Нет, это попсаж, правильно? Поп-звезда? Он новый Майкл Джексон, что ли? Фига себе, блин, крутой вообще. А где Либига-то? Это он? А, нет. Алло, а где? Холодным огнем сжигает меня внутри. Симбочка, пимпочка, блять, тьфу нахуй, как можно было вообще себя так назвать? Ужас. Я в прошлом оставлю, да, все горечь, ненасти, грусть мне это. Последняя любовь, пепел на простынях, бери все мои вещи. Матушка, ой, земля. Меня на вкус, и выпьешь весь мой.
мое горе, сердце бьется, мне нужно слышать голос. Харизма меня бесит, ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю. Так, топ-10 тут я должен быть. Это еще, блядь, что за кей-поп? Я лечу, как Сапсан. Где тебя найти, если я потерян в омуте? Дальше мне войти, я не знаю. Нихуя. Чего, блядь? Какая лама, мама? Какой Влад Бумага? Че за хрень? Он что, блядь, клип сделал, что ли? Это А4. Туйота. О, блядь. Ловы? Не понял еще раз. Мне показалось, что он мой голос использовал в этой песне. Это ты поешь. Вот и мне так показалось, блядь. Так, нахуй, Влад Бумага, а ну-ка рассказывай. Че за херня, блядь, какого хрена ты мой голос спиздил? Папа-ляма-ма-ма-ма-па-па-па. What the fuck, блядь, мэн? Че за нахер, блядь? Сейчас будет ли когда-нибудь фильм? Так, я предлагаю, чтобы Влад Бумага поделился со мной доходом с этого трека, иначе я на него в суд подам. Ой, бля. Дарите женщинам цветы. Пиздец, тут рестрим с без повода и без причины. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Ну и заглядывай в мой телеграм-канал. О, вернулся домой к себе, кстати. Там есть все песни, зато видео, их можно скачать и послушать. Ну а с вами был... Ну ладно, ладно, ладно. Не-не, тут вот песня, я считаю, не по факту. Дарите женщинам цветы, нет. Дарите сабочки Хесусу. И дарите сапки зрителям Хесуса. Вот что надо петь в песнях. Реально.